Ой, здравствуйте, дорогие зрители. С вами Фреймистер. Играет Джай. Знаете что? У меня не то чтобы получилось пройти тут чертову миссию, но у меня получилось сделать нечто большее. У меня получилось пройти до того подземного входа, который, собственно, так жестко охраняется, что до сих пор у меня туда пройти не получалось. Что-то я умираю. Что-то как-то нет, что-то мне это не нравится. Ну нафиг. Вот. И, собственно, у этого всего может быть только один вывод. Мы с вами не совсем то, что вы уж совсем прощаемся. А мы с вами обречены еще и еще смотреть на этот хренов уровень. По двум причинам. Первая причина – этот уровень меня достал. А вторая причина – кажется, я его поимел. Сейчас я его буду жестоко отделывать во все внутренние, но в основном все-таки внешние отверстия. Извините меня за такое некрасивое сравнение. Правда, то есть дело ж в том, что эта штука меня правда разозлила. Так, здесь человек. Так, здесь тоже человек. Это я тоже помню. Фиг тебе. Человек, ты слишком слаб, чтобы хоть как-то, хоть чем-то со мной состязаться. Во! Во как. Для тех из вас, кто, возможно, не видел мои видео IGI, потому что я собираюсь положить это видео на сайт Лось, а туда я не выкладывал IGI. Так вот, если вы откуда-то увидели именно это конкретное видео IGI, то что вполне логично, если вы видите его не на моем канале, то вы можете видеть на моем канале все остальные видео IGI, предшествовавшие этому уровню, а также сам этот уровень. В данный момент мы ждем, чтобы вот эта тварь, которая услышала, что здесь вот что-то происходит, пошла дальше. Пошла дальше, я сказал. Пошла. Отлично, он пошел. Собственно, как я уже сказал, буквально только что у меня получилось пройти этот уровень. Я даже записал самый конец. В конце концов, меня убили. Меня убили, правда, всего лишь потому, что моя жизнь совсем ушла в пятки. Вот. Но если мы будем держать жизнь хотя бы на уровне, так сказать, американского слова balls, то тогда все должно быть не так уж и плохо. Очень интересная история, почему у меня вдруг стал получаться этот уровень. Я просто-напросто забыл, что у меня есть драгунов. Вообще забыл. Я решил всех расстреливать издалека с Калашникова. Что вполне логично, у меня получилось, тем более, что я всегда так и делал, когда играл в школе. Люди немного офигевают от того, что их расстреливают, но они достаточно далеко для того, чтобы оказать достойное сопротивление. Нужно просто целиться им или ниже, или выше пояса, когда-нибудь они сдохнут. Ну же, я сказал, как когда-нибудь они... Блин, ты нарушаешь все правила дорожного движения. Сволочь! Еще одну получи. Даже две вылетело. Он, знаете, он что-то получил, я уверен. А может и нет. Вообще, по-хорошему, я вполне могу его дождаться, пока он сюда придет и... О! Все, хана ублюдку. Дождаться, пока он туда придет, и, точнее, сюда придет, и расстрелять его в спину. Вот, вообще сейчас очень опасный момент, потому что мне нужно пробежать до тех, ну, вот пробежать до конца, до тех пор, пока вот этот красный прямоугольник не оглянется на меня. К счастью, с надетыми на глаза биноклем, я могу так же хорошо бежать, как и без него. Фух.
Миссия выполнена. Возьми на полке пирожок. Должна была бы сказать мне Ева. Из озвучки дядюшки Research игры Command and Conquer. О, господи, какой ужасный акцент. Red Alert. Разумеется, первый. Red Alert, идиот. Я имел в виду Tiberian Sun. Я не помню, есть ли в Tiberian Sun второй. Если есть, то тогда, разумеется, первый Tiberian Sun. Вот. В который я играл в первый раз в жизни в озвучке Research. Это великая игра с великой озвучкой. И этот красный треугольник должен отвернуться. Пойти в другую сторону. Пойти в другую сторону. О, отлично. Стоп. Как выйти-то отсюда? Ага. Все, здорово. Отныне мы убиваем тот красный треугольник, который ходит с миниганом. Забираем у него этот миниган и радуемся жизни, потому что отныне мы сможем уминиганивать всех подряд. О боже, этот красный треугольник. Стоп, куда ты идешь? А, вот так-то лучше. Вырезать что ли? Так, ладно, вырезаем. И уже идем убивать гребаный треугольник. Треугольник, привет, я тебя ненавижу. Мне никогда не нравился. Вот такая вот игрушка, знаете. Что меня больше всего тревожит, что ведь после этого уровня, кажется, есть еще как минимум один. А может и просто один. Потому что это тот же уровень просто с чекпоинтом. Я, честно вам скажу, я не помню, я не знаю. Я дошел до того, что выглядит последней дверью уровня. Но если это не последняя дверь уровня, то получается, что все эта запись опять будет впустую. Это будет... О, боже, какая это будет боль. Так, ладно, нет, я пройду. Я всех сейчас пройду прямо по голове. Так, как бы тебя убить, а? Ты понял, что я хочу тебя убить? Ты не понял, что я хочу тебя убить? А теперь ты понял, что я хочу? Ты что-то плохо понимаешь, парень. Так, ладно. Он наверняка меня особо не увидит, если я вот так вот встану. Стараюсь его убить, пока он здесь будет стоять. Давай, встань уже. Отлично. Пац, пац. Пац, я сказал. Пац отсюда. Ты понял? Кажется, он понял. Смотрите, он смотрит прямо на меня. А это значит, что как минимум одна пуля его уже задела. А это значит, в свою очередь, что я на правильном пути. Пам. Пам. Пам, я сказал. Ну же, памкайся. Слушай, он памкнулся, по-моему. Его здесь нет. Кстати, именно его-то мы можем проверить и на спутнике. Да, его там больше нет. Круто. Мне немножечко тревожит еще один парень, но, знаете, наверное, я потрачу на него драгуновскую пулю, потому что он большая сволочь. Вот, он ходит вот здесь, если не ошибаюсь. И вот это его голова. О, боже, он уже стреляет по мне. Охренительный паренек, не правда ли? Так, сейчас мы его сделаем. Ага, вот именно так. Все. Так, мы только что избавились от одной из самых больших занос задницы на этом уровне. И это меня радует. Это меня очень радует. Так, сейчас я соображу, что надо дальше делать. Этих двоих на стенах я смогу убить рядом с ними. Тех двоих я убью с этой стены. Этих я тоже убью со стены. Похоже, можно спускаться. Ой, что-то меня занесло. Не привык к такой резкой мышке. Но что поделать, я играл в такой резкой мышке. Может быть, она мне помогает, черт знает. Вообще, на запись игра начинает все-таки немножечко притормаживать, и от этого немножечко менее приятно играть. Это меня не радует. Так, думаю, что мы сможем вместе с биноклем более-менее разобраться... Куда идет тот парень? Он идет, по-моему, от меня, а не ко мне. Но что это значит? Так, сейчас, секундочку. Мы, пожалуй, рискнем все-таки потратить время.
Да, он идет в ту сторону. А, как же мне к этому отнестись? Убить его, наверное, все-таки имеет смысл, покуда он ходит рядом. Издалека его не имеет смысла убивать. Так, пока что его лучше держать, так сказать, идти с его спины, со стороны его спины. Так, уже неплохо. Сейчас мы к нему подберемся, слушайте. Сейчас мы его разделаем на потруху, хотел сказать. Так, здесь двойная лестница. Вот видите, у этих башен есть разница. Есть лестница одиночная, которая ведет тупо вверх. Это плохо, потому что приходится прямо снизу смотреть на спутниковое изображение. И очень долго лезть вверх. Соответственно, изображение сильно меняется за это время. Ой, ё-моё, он уже там. О-о-о, я могу не успеть. Так, я не буду рисковать, ну нафиг. Нет, я мог успеть. Черт. Ну, суть в том, что да, я хотел подняться по этой лестнице и убить его сзади. Но теперь он обернется все-таки, покуда я буду подниматься. Тем более, что еще расстреливать издалека неудобно. Вырезаем, пока он не окажется вот тут и не пойдет спиной. Так, все, он уже скоро войдет в, так сказать, астральное состояние башни. Поэтому думаю, что я его смогу подкараулить прямо так. Да, вот он идет. В таком, думаю, положении он меня все-таки не заметит. Обычно они не замечают. Да я вообще не то, что обычно. Ну, нафиг, я пониже пойду. Ага, все, иди нафиг отсюда. Я тебя не люблю, и ты мне не нравишься. Уровень сложности я, кстати, не понижал. Если кому-то это волнует, то больше не волнуйтесь. Потому что уровень сложности остался, какой был. Так, меня интересуют люди, находящиеся в непосредственной близости. И эти люди почему-то смотрят на меня. Мне это не нравится. Эти люди, правда, их всего лишь один человек, всего лишь. Этих людей. Вот он. Он смотрит прямо на меня. О, перестал смотреть. Движется. Движется близко, что мне нравится. Как я и говорил, я забыл про то, что у меня есть драгунов, решил всех убивать издалека с клаша, и я также заметил, что я могу... Опа! Очень солидно забираться на эти штучки. Причем... Блин, сволочь ты, вот ты кто. Причем, что особенно интересно, если я просто прыгну и даже слегка нажму вперед, по-моему, я в любом случае упаду. Я в этом не совсем уверен, но, по-моему, я в любом случае падаю. Тут интересно другое. Я могу нажать на прыжок и совсем слегка ткнуть на... Ё-моё, куда ты ушел? Совсем слегка нажать на какой-либо бок. В данном случае правый бок, как вы видели. Вы все прекрасно видели. Ну же, дохни. Ну, блин, а... You're supposed to be die right now. Ага, все есть. Хорошо, у меня всего лишь сняло голову. Всего лишь. Это здорово. И на данный момент моя цель — это убить вот этого парня. Что, в принципе, совсем не сложно. Вернее, не то чтобы совсем... О, он уже идет обратно. Все. Сейчас мы быстренько идем прямо. Я думаю, успеваем. Да, легко успеваем, он далеко еще. Вот, и убиваем его сзади. Собственно, логично. Не правда ли? Особенно учитывая, что он нас может... Блин, извините за выражение. Кто же по мне стрелял-то, а? Кто же по мне стрелял? А, вот этот парень. Готов спорить на что угодно, что это был вот этот парень. Его, наверное... Наверное, я так думаю, но я не уверен. Ну, посмотрим, еще разберемся. Может быть, его имеет смысл убивать с Драгунова. Вообще, больше всего Драгунова надо тратить, я думаю, вот на эти вышки, во-первых. Во-вторых, на вот этих вот парней. Самая основа основ для траты Драгунова, я так считаю. Самые мерзкие ребята. Ну, не самые, но одни из. С остальными я, по-моему, легко смогу так с этим расправиться. Да, с остальными я... Легко расправлюсь и с Калашниковым. Так, ой, я уж боялся, что он сейчас войдет.
Так, ладно. Я тебя не люблю. Тебя даже никто не любит. Ты вон падаешь, как придурок. Идиот. Ладно. Так. Должен ли я тратить драгунов? Должен ли я тратить хрена драгунов? Он перезаряжается. Ага. Так, секундочку. Че, я уже убил? Я уже его убил, обалдеть. Ну, неплохо, неплохо. Когда я это сделал в прошлый раз, я уже был опьянен властью. Под этой властью вы слышите мой голос в данный момент. Так, тут нам предстоит небольшая проблема, я так думаю. Потому что нам нужно ждать. Вот этот вот парень, вот этот вот. Он ходит вот по этому зданию. Вообще-то здание это тоже огромная заноза в заднице, но... Поскольку я уже убил человека, который ходит здесь, но его обычно не видно на спутнике, потому что он в закрытом балконе, мне приходилось обычно заходить в здание, чтобы убивать его. Так, все, он ушел. Блин, а! Хреново. Он жив? Жив. Ну, вообще-то все хорошо пока что, но если это повторится, то это будет очень плохо. Очень-очень плохо. Придется ждать, покуда он не пойдет снова. А куда он пойдет теперь? Мы не знаем. Значит, что я думаю? Я думаю, что надо сначала избавиться от этого треугольника. Потому что он вполне может все испортить. Такой треугольник, который может все портить. Мне это в нем не нравится. Может увидеть, как я расправляюсь с тем треугольником. И ему это может показаться некрасивым поступком с моей стороны. И что самое страшное, он может решить меня за это наказать. Но еще хуже того, да, я знаю, что я рассказываю все хуже и хуже и хуже. Такова жизнь. Вот, еще хуже того, что он может меня так наказать, что вся эта запись будет бессмысленной. Вся эта запись будет 20-й это еще преуменьшено. Вот он идет отсюда. Окей. Нет права на ошибку. Черт, это была все-таки ошибка, но он не сильно меня ранил. Вообще-то он даже, по-моему, почти меня не ранил. По-моему, у меня были подобные жизни. У меня же сначала сняли голову, потом как-то так же вот буквально несколько полосочек сняли. Это хорошо, это меня радует. Как мне убить эту сволочь? Так, сколько патронов в драгунове? Мне нужно 4. 4... Потратить или не потратить? Да он близко, да хрена неохота же. Жаба душит. Сволочь. Давай, иди отсюда. Валерий сказал. Ага. Так. Это я уж так, для верности. Добавил несколько сотен раз. Понятно, что он если сразу в меня не стреляет, значит он вряд ли выстрелит еще раз. Да, в смысле вообще. Так, минус один. А, минус второй. Как вы знаете, наверное, если вы видели предыдущее видео, именно этих ребят я ненавижу больше всего. Ну, со времен прошлого видео, по крайней мере. А, других ребят я отсюда тупо не вижу. Черт. Я могу встать на такую точку, на которой я буду их видеть, но на этой точке они могут меня расстреливать. Но пока что я не могу на нее встать. Но я встану на нее в будущем.
Что же, кто же, где же? Еще меня радует, что я наконец-то не перепрыгиваю через тот забор. Вообще-то я всю жизнь там перепрыгиваю. Всю жизнь теряю какие-то жизни там. Вот. Потому что, как я знаю, если ты перепрыгиваешь через забор, ты вообще все время теряешь жизни. Так, где ты? Блин, как-то далеко, а? Нет уж, спасибо, я туда не пойду, пошел к черту. Врезаем, пока он не вернется. Он вернулся и начал свое путешествие в обратном направлении. Сейчас-то мы его и заловим. Сдох. Очень рад, что ты послушался моего совета. Ибо если бы ты не послушался, то... Моя смерть, хотел сказать. Месть. Лава ужасная. Так, этот ходит там наверху. Пока что он не опасен. Тебя мы не любим. Слава богу, он все-таки тоже сдох. Я в какой-то момент я думал, что сейчас с его стороны последует активное сопротивление смерти. Есть ли кто-то вот в этих вот... Я даже не знаю, что это бараки или дома или что-то такое, в общем. Есть ли кто-то там опасный или нет? Так, стоп, я почему-то там никого не вижу. А, он уже здесь. Угу. Он уже идет вот по этой вот стене, поэтому если мы будем двигаться, если я буду двигаться по этой стене рядом, то он меня не увидит. Кстати, я мог убить, правда, еще парочку людей оттуда, с той этой верхотуры, да. Может, я и с этой верхотуры могу их же убить, так что разница небольшая. Ой. Вообще, я должен вам сказать, что причина, по которой вы сейчас все видите это видео, очень интересна. Видите ли, к предыдущему видео написали комментарий, что типа «Не сдавайся, ты можешь, я верю в тебя». Я, к сожалению, не помню, как звали того человека. Я обязательно напишу ему ответный комментарий, что исключительно ради него я прошел этот уровень. Я, правда, его еще пока не прошел, но у меня есть все шансы, скажем так. Вот. Тем больше вы этого не услышите, если я его не пройду. Так вот. И, собственно, только благодаря этому я воодушевился. Решил попробовать еще раз. А потом 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 еще раз. И в конечном итоге у меня что-то вышло. Боже. В данный момент я все-таки решил не рисковать и жду, пока он выйдет на эту стену. Вообще, в прошлый раз... Я его убил стоя здесь из калаша, вот так. Так, а еще имеет смысл... А, имеет смысл бояться только одного... Ну, не бояться, а так. Имеет смысл прикончить еще одного человека вот здесь, вот этот, да? Ага. Этих двоих... Так, здесь вроде бы еще один должен быть. Или это один все? Ладно, это не так важно. Он еще далеко. Ну, тогда посмотрим. Да, здесь двое, смотрите. Вот по этой стене ходит человек. И вот по этой же стене ходит человек. По-моему, вот этот вот доходит вплоть куда-то сюда. Серьезно. Вот. Их мы, может быть, будем убивать вплотную. Так, нет смысла уже подниматься. Сейчас мы сделаем что-то интересное. О, черт побери! Такого со мной еще не было. Что показывает спутник? Он не показывает ничего. В принципе, когда он перестанет смотреть в мою сторону, то я вполне смогу уже догнать его и убить сзади. И с другой стороны, если в течение 5 минут он не перестанет смотреть в мою сторону, то... Так. Он пошел не в том направлении, в котором я думал, что он пойдет. Может быть, в этом-то и смысл? Он уже успел развернуться, что ли? Ему не очень много места для этого требовалось? Да нет, не похоже. Хотя нет, нет, наоборот, похоже. Странный парень. Окей. Теперь мне нужна еще одна смерть. Я должен из
забрать жизнь еще одного человека. Вот. Зачем он мне нужен? Я даже толком не знаю, как его убить. А еще больше я не знаю, как убить еще других. Наверное, он мне будет мешаться убивать других людей, поэтому надо сначала... А, нет, мне он не мешается. Так, другие люди, здравствуйте. Кто хочет умереть первым, скажите мне, пожалуйста. Надо сначала подлечиться, вот что я думаю. Потому что они вполне могут меня убить. Даже парочкой выстрелов. А значит, нужно быть во всеоружии. Конечно, жалко тратить жизни полные. Такое дело, но знаете что? Береженого Бог бережет. Да, я сказал это. Я не постыдился. Кажется, он не заметил. Давайте посмотрим на него поближе. Сейчас. Как там это делается-то? Где-то здесь, вот он. И он ни хрена не заметил. Отлично. Целимся. Огонь! Вот так вот. В будущем даже патроны заберу. Замечательно. Знаете, что я думаю? Поскольку я не знаю, когда этот уровень кончается все-таки, поэтому я, наверное, пока что больше Драгунова тратить не буду. Еще до сих пор не знаю, как же убить того парня. Вообще, поскольку там больше никого нет, наверное, я могу расстрелять его в спину. Нужно только успеть подбежать к нему. Но успею ли я подбежать к нему? Не говоря уже о том, что там есть вообще-то еще люди, которые ходят по стенам. Так, здесь я прохожу или нет? Кажется, прохожу. Вот он куда-то смотрит. Причем я даже не знаю, куда. Конечно, могу приблизить и посмотреть, куда он смотрит. Как же надо приблизить меня? Я вряд ли его... А, вот он пошел. Я его разбоял, что я не могу уже пройти через те осколки замка или типа того. Битая пушкой стена. Артиллерия, штука такая. Сдохни! Ё-моё. Они, как всегда, что-то там говорит нам, но... Так, господи, у меня одна единственная цель. Попасть туда, что ли? Ой, я туда не попаду, это хана. Так, ладно. Соберись, тряпка. Все впереди. Что сейчас сделать, даже не знаю. Кажется, в скорости меня будут видеть два человека. Это страшно. Мне нужно как-то добежать до этой стены. Если я добегу до этой стены, я в безопасности. Ну, в относительно. В нормальной такой безопасности. Немалой, скажем так. Вот, но чтобы добежать до этой стены, нужно, ой, как постараться. Мне должен каким-то образом не заметить этот человек. А я, блин, не знаю, в какую сторону он будет смотреть, когда остановится. Вот куда ты сейчас смотришь, сволочь? Блин. Я его не найду. Куда ты смотришь, гад, а? Сейчас я знаю, куда ты смотришь. Но увидит ли меня тот гад? Вообще не должен. Я иду достаточно близко со стеной вот этого бункера. Йо! Он меня все-таки заметил. Но он на этой стене, а значит, если я буду ее держаться, то все будет хорошо. Извините за небольшой вырез. Пришлось на секунду отлучиться. Пожелать всем спокойной ночи, ибо сейчас ночь. И все ложатся спать. И мне даже придется, наверное, тише говорить в связи с тем, что все ложатся спать. Так, этот ублюдок уходит, этот ублюдок приходит. Все возвращается на круги своя. Как бы тебя словить-то, гадина ты такая. Вот, он идет как раз ко мне спиной, да? Изыди. Видите, уровень-то вообще-то несложный.
если все делать четко, согласно расписанию. Как же мне успеть здесь-то пройти? Если я сейчас тупо побегу, он по мне стрелять начнет. Давайте, знаете что? Чисто ради скорости, может быть, это и глупо, но чисто ради скорости уничтожим его вот таким вот стародедовским методом. Так. Значит, так. Ну, судя по моим расчетам, между нами и вот этим вот местом, куда нам, в принципе, нужно попасть, осталась только база боеприпасов. Не, склад боеприпасов. На которую я, соответственно, попаду с этой башни, и там внутри есть два человека. Нет, три человека. Три человека, которые стоят в чертовски неудобных местах. Я собираю... Не понял. А, во, нашел. Я уже думал, что у меня нет минигана. Думаю, что это такое? У меня что, нет минигана? Это же черт знает что, сказал я себе. И был прав. Но я был не прав в том, что у меня нет минигана. Поэтому я был не прав в том, что у меня нет минигана. Потому что у меня есть миниган. А что такое миниган? Вот что такое миниган, черт побери. Окей. Осталось убить двоих. Второй из них находится в таком невыгодном положении, что это просто ужас. Первый-то и в невыгодном, а второй-то вообще... Так, первый сделали. Второй получил. Второй получил. Отлично. Отлично. Вообще-то второй в прошлый раз как раз довел моей жизни до состояния пяток. Когда жизни в пятки уходят, это крайне неприятно. Так. Здесь внизу нас ждет, я вот не помню сколько людей, потому что я доходил ближайшие несколько лет до этого места только один раз. И этот раз был сегодня. И я его даже вставлю на начало видео, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Так что вы знаете, о чем я говорю. Это тот ролик в начале видео, о котором я ничего не говорил. До сих пор. Ну так вот, история продолжается. Я не помню, где они стоят. О, черт. Минус один. Минус? Да, минус. Какого черта я перезаряжаю эту штуку, если у меня один патрон? Здесь нет никого. Здесь кто-то есть. Наверное, я пока что останусь с миниганом. Это плохо. Это очень плохо. Туда нужно идти. Туда нужно идти. Идти нужно далеко. Мне нужно прийти сюда. Какая у меня вообще цель? Найдите бомбу и обезвредьте. Найдите эту дуру Эк и убейте ее. Я надеялся, что вообще-то такие задания будут уже в следующей миссии, а не в этой. Как я хочу сохраниться. Ладно, если что, я, наверное, дойду сюда второй раз. Это было несложно, это было просто очень долго и муторно. О, боже! Так, как же мне его убить? Да какого, мать его, трижды гребаного... Так, одна проблема устранена. Вопрос в том... О, черт. Вопрос в том, если... Ой, ты! Та-та-та-та-та! Та-та-та. Так, лучше миниган. Где он?
противника. Черт. Вот он. Готово. Есть ли еще кто-нибудь, угрожающий моей свободе? Главное, жизни. Похоже, здесь нет. Так. Так. Эта дверь мне тоже не нравится. Где я? Мне еще как до Китая. О, черт. Там нет людей. А. Вообще, я вроде помню этот дурацкий коридор. Здесь вроде могли быть люди. Они могут выйти как бы из-за угла. Да, вот здесь тем более есть угол. Все логично, все сходится. Нет никого. Куда здесь надо идти? Ни хрена не помню. Ни хрена не помню. Я, главное, помню этот коридор, который заворачивает налево. Да, он по-любому заворачивает налево. Я рискну пойти по нему. Ай. Еще несколько раз сюда доходить было бы просто смертельно. Так. Здесь тоже никого. Я возьму эту сторону, потому что я помню, как вроде бы шел сюда. Когда-то давно. Так, где я теперь? Угу. Хана мне. Аня говорит. Где Эк? На бороде. Джонс, я найду ее. И конец уровня. И конец уровня. И конец уровня. Так, ладно. Вижу вертолет. Больше пока ничего не вижу. Хм. Ага, мне нужно сюда. Только там никого не было наверху. Дайте мне конец уровня. Я потратил на этот уровень лучшие дни своей жизни. Когда я говорю дни, я не преувеличиваю. Так, Джонс, Аня, я нашел боеголовку, но она разобрана, полностью разобрана. Аня, направь на нее свою камеру. Ох, боже мой, что-то такое, твое устройство. Его не так уж что-то там... Ни хрена не вижу, я вижу не лучше вашего. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, бомба что-то... Она все еще смертельна, короче. Короче, кто-то забрал... Да, вот она, Эк, побежала. Она улетит, да, зашибись, и она будет в следующем уровне. Следующий уровень, наверное, последний. Аня, Эк escaped. Flying off in a helicopter. Track that chopper down. Where's my transport? Да, и, соответственно, вот Эк улетела, и немного непонятно, хотят они его сбить, не хотят, нет, непонятно. Ну, короче, они за ним пойдут по-любому. Ох-ох-ох. Все, конец уровня, да. Это был мистер Фрей, бай-бай.